Вчера днем небывалое газовое ЧП случилось в 34-м доме на улице Артинской. В первом часу дня запылал на стене дома натуральный газовый факел. Мне крикнули: вернись обратно. Я посмотрела, горит, труба горит на конце. Да, ночью, вечером? Днем. В третьем часу было. Сильно горело? Да, сильно. Сначала мало горело, потом сильно разгоралось. Я сходила к соседке, вызвали. Сие не совсем природное явление случилось с природным газом при весьма странных обстоятельствах. Спецы по газу сказали, что была пробита прокладка. Не прохудилась, а именно пробита была. Кроме того, если бы даже и произошла утечка из-за изношенности газопроводных труб, либо с крыши бы что-нибудь упало, то сам собой газ вспыхнуть вряд ли бы смог. Поэтому весьма вероятно, что газ подожгли. То ли злонамеренно, то ли по шалости и непониманию всей опасности ситуации. Пожарные причину возгорания обозначили как неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Типичная формулировка для нераскрытого поджога. Газовые службы успешно выполнили свою задачу, и уже сегодня следов вчерашней аварии не было видно. Аналогичный, кстати, но правда менее опасный случай произошел вчера же в Каменске-Уральском поселке Чкаловский. Здесь причина была установлена сразу же. Ледяная глыба, упав с крыши трехэтажного дома, перебила газопровод. Возгорания, слава богу, не случилось, и газовики достаточно быстро заделали пробоину.